актрис и кинопродюсер, лауреат премии «Золотой святой Георгий» Московского кинофестиваля, член Союза кинематографистов России, член гильдии кинорежиссеров России Вера Сторожева. Вера Михайловна снимает в различных жанрах, но еще много документальных фильмов, большинство из которых представлены на международных кинофестивалях. Есть неигровое кино, короткометражки, телесериалы и полнометражные игровые фильмы. Вера Михайловна, мы очень рады вас видеть в составе нашего жюри. Председатель жюри конкурса короткометражных фильмов «Кинокампус Дети» — российский актер, снявшийся более чем в 30 проектах, среди которых сериал «Юность» и фильм «Мастер Маргарита» — Марк Доронин. Давайте поприветствуем громко. В основном девчонки кричат в зале сейчас почему-то, да? Почему бы, интересно? Вера Михайловна, вам слово. Просим вас сказать пару слов для наших участников. Да. Вы знаете, мы с Шандором работали, но мы бы, наверное, никогда не справились за 3-4 дня, да? Это потрясающе, что дети, я была на первом фестивале, снимают за этот короткий срок очень хорошее кино. Я вас всех поздравляю с потрясающим событием. Что случилось? Что, за кулисами всегда что-то происходит, но у нас на сцене все хорошо. Я думаю, что это уже не фестиваль, а это уже целое движение «Хрустальный источник» и «Эвклид». Я хочу сказать, что если бы каждый человек, который добился успеха в столице, в большом городе, приезжал на свою малую родину и делал то, что делаешь ты, наша страна была бы просто потрясающим в таком празднике. Спасибо тебе большое. Спасибо большое руководству, губернатору, мэру. Спасибо вам большое, потому что поддерживать вот такой праздник, и дети необыкновенные, мы такими не были, к сожалению. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Снова представляется Марку Доронину.